Ассаламу алейкум, дорогие друзья, с вами я, Нариман Шеф, и мы сейчас будем делать казы-гриль на косточке. Смотрите, если интересно, ставь лайк и обязательно подпишись. Дальше перчим его, соль, чеснок, все это замаринуем. Нужно тщательно вот так обмазать каждый стейк. Оставим мариноваться примерно час и после уже положим в духовку. До 40 градусов 4 часа.